Сегодняшнее утро началось с такой приятной неожиданности. Вылупились малыши. Пока что их только двое, остальные еще в инкубаторе. Пока что только проклюнутые носики. Очень интересно, не понимаю почему, очень много утят прокололось с острой стороны яйца. Раньше такого как бы не было. Всех яиц одно-два, но они... Тут, наверное, процентов 50 таких. Буду помогать им появиться на свет. Пока что еще пусть греются. Уже 7 носиков есть. Все от меня убежали, спрятались. А в инкубаторе еще малыши. Ой-ой-ой-ой! Носики вы маленькие, привет! Привет, маленькие солнышки! А черный какой прикольный! 13 носиков в инкубаторе. Ждут своей очереди уже скоро. И здесь еще 10 пушистиков. Всего должно из 30 яиц вылупиться 23. Я считаю, неплохой результат. А вот еще 2 пушистика. Сейчас отправятся в клетку. Мокренькие. Все остальные пушистые, как солнышки. Темненький, прикольный. Наверное, будет коричневый. Отдохнут и пойдут кушать. Последние крохи. Кто вылазит еще только, кто-то сохнет. На этом утиный сезон, наверное, будет завершен. Все, последние крохи. Ура, ура! Последние малыши лежат еще, греются, набираются сил. Планы такие. Сегодня вечером, а скорее завтра утром, эти малыши отправятся к своей приемной маме. А яйца от этой мускусной утки я принесу в инкубатор. Пускай она их растит. Все ж мне работы будет меньше. А как получится подселить их, я вам покажу и расскажу. Отобрала... Руки дрожат. Отобрала яйца у мускусной утки. Из 15 яиц 14 оплот, 1 мусорку. Теперь они отправятся в инкубатор. А уточки отправятся утята. Хитрый. Последний хитрунка. А кто воду все выпил? Никого не было. Да, выпарила вся. А и вообще никого. Куры, может, нет? Никого не было. Ну, твои. Или не твои? Я думаю, все у нас будет хорошо. Уточка раззнакомится. Пока что она тоже и деток этих боится. Но она очень хорошая мама.
должна принять. Но если нет, придется лампу повесить и будем греть так. Правда, маленькие. Растите, мои хорошие.